Энергичная, кемлевая, творчая. Миновито таких юных удельников объединила выездная викторина телерадиокомпании «Гомель». Размовляем по-белоруску. По традиции мероприемство началось со знакомства команд. Веселки, молодшины, все пришли пирамовшимы. Подчас викторины вучням 51-й гимназии треба было переодолить 4 гульнявых этапы с самыми разными заданиями на ведание родной мовы и культуры. На первом этапе гульни команды будут перекладывать слова, словозлучения и сказы с русской мовы на белорусскую. Перевести и растлумашить сенс слов, подобрать фразеологизм и протягнуть поэтичный твор. Зробить это треба, користуючися выключно белорусской мовой. Задание команды отрывливали по шарзе. На роздум им давалось не больше за 5 секунд. За каждый правильный отказ налишивались баллы. Наша команда лечит, что поезд по белоруску – это тягник. Их это правильный отказ, коляска 2 баллы. Телевикторина «Размовляем по-белоруску» створается телерадиокомпанией «Гомель» по заказу телеканала «Беларусь-3». Основная мета проекта – отродить интерес до белорусской мовы, продемонстрировать ее свою особливость и познакомить телеглядачов с мовными таємницами, законами и курьезами. За час основания телевикторины снято около 70 программ. Удел их приняли дети и дорослые самых разных кутков нашей краины. Гимназия номер 51 «Гомеля» стала другой установой эдукации, где викторина «Размовляем по-белоруску» прошла у выездном формате. Треба сказать, что все ж таки у студию трапляют вучни старейших классов. Ну, самые малые это были вучни 7 класса. Частей 10, 11, 9 зредку. Но у пятиклассников не так шмат шансов, у них еще досвиду мало. Ну а тут погулять с ними вельми цікаво, они все воспринимают вельми ярко, живо и заохочено гуляют. У гимназии номер 51 Гомеля выездная викторина «Размовляем по-белоруску» была организована в рамках проведения Тыдня родной мовы и культуры. До речи, тут постоянно імкнуться використовывать самые разностайные и инновационные формы работы. У нас традиционные такие и встречи и с писателями различными белорусскими, и представителями белорусской культуры, белорусского искусства. Традиционно у нас проходит неделя белорусского языка и литературы, и вот эти недели направлены не столько вот, значит, на формальный какой-то подход, а именно на то, чтобы действительно пропагандировать и свой язык, и свою культуру через какие-то игровые моменты, через встречи. Потому что только вот так можно проявить любовь к родному краю, к родной стране. По выниках выездной викторины «Размовляем по-белоруску» команда переможца отримала у якости приза книги белорусских авторов. А со всеми без выключения застались корыстные веды и зарад доброго настрою. Мне вельми все сподобалось, я довідалася шмат чего нового. Мне было вельми приемно удельничать у этой гульни. Я хотел бы, как Елена Михайловна приезжала частей со своей программой к нам уж в гимназию. Вероника Ворошилина, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».